это снова Ашан, только сегодня я выложила видео. Просто ехала мимо, заехала купить продуктов. Смотрите, тут снова завод мультифлора. Ну, пока бабочек не вижу, пилорики присутствуют. Смотрите, Клеопатрочка. Мини-Клеопатрочка. Уважаемые покупатели, если вы потерялись в нашем магазине, встречайте в указке на магазин. Спасибо. Нет, ну это все, понимаю. Ну пусть маленькая. Но это еще будет цвести. Это же взять. Нет, это вам еще сделать. Вот я достала себе. Не знаю, ну похоже на Сару, но Сара там есть. Сейчас узнаем цену, цены нету. Я другому осмотрела, цены нету. Бледнее Сары, ну. Похоже. Там кто-то у меня спрашивал, похоже на Катрин немножко. Но их очень много. Девочки, я вот выложу сегодня короткое видео. Отзовитесь, я просто не могу вспомнить. Вот Клеопатра. Ну, она, естественно, ярче. Вот она, вот-вот. Желтизна у нее. Я даже не знаю. Сегодня только сказала, что Клеопатра я не очень люблю. И вот нахер мне такой. Даша, праздник все-таки исправился у нас. Это тоже очень симпатично. Я пытаюсь цвет передать вот чуть сторонку. Нет, она темнее. У нее лепестки по-другому расположены, чем у Сары, мне кажется. Они посажены в мох. Ну вот, политые хорошо. На форме нормально. Хорошая розеточка. А что-то там чернеет. Да. Такие мини-розочки очень интересные. Сейчас цены найдем. Как-то, наверное, выставляют, не везде цены есть. Усиленно еще бабочки. Бабочек. Бабочек пока не вижу. Вот такое прям нежно-розовое создание. Ой, сумку бросила. Вот розочки. Очень приятно. Герберы очень красивые. Есть крупные прям. Что еще? Бегонии. Желтые, оранжевые, тут же циклонен, а вот они циклонены. Сегодня по всему Ашану такие тележки стоят с цветами. То есть уже можно докупаться. Так, тут одни цикламены. Так, тут у нас цикламены и герберы. Просто солнышко. Ясно. Очень красиво. Естественно, свежие цикламены. Не было ничего в Ашане совсем недавно. Не жаловались на него. Ай-яй-яй. Чуть меня не сбили на тележке. Молодой человек. Ага, вот и здесь орхидеи. Сейчас мы с вами пошаримся. Кто-то накануне в группе у нас купил, по-моему, такой красавец. Ну, цена праздничная. Что у нас тут происходит?
так стоит. И вот они. Все. Уже желтели. Но дешевле к празднику поставить не могут. Это мой любимый крабчик. И вот смотрите, там житель. Вот так удачно прячется. Еще и не фокусируется. Уже кто-то бегает там. К сожалению. Ну, вот. Подозреваю, что это из запаса нашей базы. Такие жуки массово, просто массово жуки. Так, к сожалению, нечем вас порадовать, показать такой что-то красивое. Когда-то я здесь и фронтиру покупала, и Катрин, и еще не знаю, по очень хорошей цене. Скажи, не сейчас. Нет, снимай. Еще раз. Да, ну ладно, мышечки стоите, пожалуйста. Нет, она, наверное, не сразу. А вот Клеопатра и Пилорик. Давечная упаковочка. Кстати, так и не выяснилось, сколько моя стоит. Если пикать на карте. Вот эту горку, что поставили дальше наша. Не знаю, я брала не здесь. Мне девушка сказала 300 с чем-то. Если 500 рублей, наверное, не буду я свои Катрины брать. Вот их очень много. По-моему, Еленушка. Ленушка, смотри, вот на эти минички, их очень много. Если тебе надо будет, я после приеду. Я думаю, что их не раскупятся. Но они такие разные вариации, губки разные. Все в основном сиреневые. Там была одна желтая. Кудрявые, кудрявые. Такие по 600 почти. 600 там, 99 что ли. С другой стороны тоже есть немного артиллерии. Мне показалось, это бабочка, нет? Крупные, да, очень. Ну и еще там подарочные упаковочки.